Всем привет! С вами передача «Покашеварим» и я ее ведущий Виталий. После новогодних праздников самое время приготовить что-нибудь достаточно легкое и в то же время питательное. Я вам покажу сегодня, как приготовить вкусные рыбные котлетки со сметаной. В первую очередь нам потребуется где-то килограммчик филе белой рыбы. Еще мы с вами берем 4 картофелины, белую консервированную фасоль, сметану, соевый соус, чили перчик остренький, соль, немного муки и растительное масло для жарки. Рыбу моем, помещаем в кастрюлю с 1 литром кипящей подсоленой воды. Варим 10 минут. Достаем рыбу шумовкой. А в этот же самый рыбный отвар добавляем картошку, нарезанную достаточно крупно. Картошку варим в рыбном бульоне минут 20. Пока варится картошка, можно заняться рыбой и разобрать отваренную филешечку на маленькие кусочки. Сливаем бульон и разминаем картошку в пюре. Двести грамм консервированной белой фасоли перемалываем с помощью блендера. Смешиваем картофель, рыбу и фасолевое пюре. Приправляем солью по вкусу. Учитывая, что у нас килограмм рыбы, соли потребуется почти чайная ложка. Формируем из приготовленного фарша котлетки. У вас должно получиться 8 или 10 штучек. Обваливаем котлеты в муке и обжариваем в растительном масле минуты по 3 с каждой стороны. Когда все котлетки пожарились, складываем их обратно все в ту же самую сковородку. К 200 граммам сметаны добавляем 1 чайную ложку соевого соуса и щепотку острого перца. Все это перемешиваем и заливаем котлеты. И тушим котлеты под крышкой минут 6-8. Вот и все, котлетосики готовы. Приятного вам аппетита, друзья. С вами была передача «Покашеварим», я ее ведущий Виталий. Всем пока, до новых встреч. Друзья, у меня к вам огромная просьба. Уже пошел, в общем-то, 3-й год моему каналу, и надо бы его уже развить с вашей помощью. Без вас мне никуда. Поэтому рассказывайте своим друзьям, добавляйте в избранное, делитесь ссылками на мои видео, ставьте пальцы вверх, потому что они помогают продвигать мой канал. Ну, в общем, буду вам признателен за любое проявление лояльности ко мне. Все, и подписывайтесь на канал, конечно же.